Сегодня будет пятая лекция, ну типа она должна быть пятой по счету, про файловую систему, про настоящую файловую систему, про виртуальную файловую систему, про файлы, про то, как с ними работают, про аппаратуру много опять будем говорить. Но только четвертой лекции не было, она должна была быть по сигналам, ее вам должен был читать Кирилл Юхин, который из компиляторов с прошлого семестра. Он ее вам прочитает либо на этой неделе, либо на следующей, он еще с датой не определился. Ну, короче, прочитает. Вот, а я пока пойду дальше по программе, сегодня именно пятая будет. Но от сигналов там ничего особо не зависит, поэтому не потеряйтесь. Как обычно, новости. Планировщик уже 10 дней как просрочен, штраф уже минус 10, дальше он опускаться не будет, как я и говорил. Поэтому можно уже хоть в декабре его делать, 5 баллов получить сможете хотя бы. Ну или можно сделать дополнительно и получить все 15, если там вариант на 25 баллов сделать. И сегодня дедлайн по заданию Shell про реализацию своего терминала через пайп, там, через дупы всякие. Завтра будет штраф минус 1, пока только 2 человека что-то прислали. Вот, лучше не тянуть. Небольшой экскурс в то, что было в прошлый раз. В прошлый раз мы посмотрели, как процесс работает с файловыми дескрипторами, как он отображает их на память, что у нас open, что у каждого процесса в его ядерной структуре хранится табличка открытых файловых дескрипторов, которые создаются на каждый open и могут ссылаться там на одни и те же файлы, или несколько файловых дескрипторов могут на один struct файл ссылаться, который является файловым дескриптором в ядре. Вот. Но в прошлый раз мы уперлись в то, что есть файловый дескриптор и есть еще struct inode, на которые ссылаются файловые дескрипторы, когда уже речь доходит до того, чтобы что-то записать в файл, чтобы прочитать из него там. Вот. То есть какие бы ни были разные struct файлы, как бы они ни создавались, если они работают с одним файлом, с одним тем же файлом по имени, то они будут работать с одним и тем же struct инодом. В прошлый раз мы не могли определить, что это такое, и вот сегодня будем смотреть. Вот. На прошлых лекциях мы уже говорили про процессы, про время. Сегодня будем говорить про файловую систему. Как она работает, как с ней организована работа в ядре, в user space, и какие она использует кэши, как она обрабатывает операции, чтение, записи. Всякие детали интересные. Ну, зачем нужны для начала файловые системы и устройства, на которых они организуют данные? Зачем нужны всякие HDD, SSD? Почему просто все в DRAM не запихать в оперативную память, и все, она же такая быстрая, типа все удобненько в ней, может быть. Вместо файловой системы можно просто сишных структурок намутить, и все. Зачем какие-то хранилища делать? Затем, что динамическая память, она volatile, то есть она не держит данные после того, как теряется напряжение. Ток пропадает, память становится невалидной. Она может какое-то количество там, микро-наносекунд еще будет валидное, но недостаточно. Нужно, чтобы память могла хранить данные годами. DRAM так не умеет. На самом деле есть новая разработка, относительно новая. Называется Non-Volatile Memory. Это оперативная память, которая может хранить данные долго. Но она очень дорогая, редкая. И вообще еще вроде как не особо вышла на рынок, в общем так. Вот. Поэтому вместо дорогой DRAM и Non-Volatile Memory используют более примитивные накопители HDD и SSD в основном. Они отличаются не только тем, что они Non-Volatile, но еще и тем, что они помедленнее, и зато объем у них побольше. Ну, в общем, мы помним иерархию. С прошлой лекции иерархию памяти, что вот они где-то в самом низу были, эти HDD и SSD. Ну и помимо того, что они хранят данные долго, они еще очень большие, буквально там терабайты, петабайты можно аллоцировать на этих устройствах, особенно на жестких дисках магнитных, на HDD. Вот. А еще бывает так, что нам нужно даже временные данные сохранить на внешние устройства, потому что они, к примеру,
не помещаются в оперативной памяти целиком. Оперативная память маленькая, и, может, мы хотим какой-нибудь гигантский файл там отсортировать, сортировкой слияниями, и тогда нам придется сбрасывать часть данных на диск во время сортировки. Вот, предположим, у нас есть гигантский файл, это одна серая черта на слайде, и мы хотим его отсортировать, а у нас там только треть помещается в оперативную память этого файла. И тогда мы читаем его по кусочкам, сортируем каждый из этих кусков, а потом начинаем их объединять в результирующий файл. То есть оперативная память служит таким временным буфером, где мы делаем какие-то операции, а сами временные данные хранятся на жестких дисках. Хотя на самом деле персистентность, то есть неволатильность, нам здесь не особо нужна. Просто не поместилась в оперативную память, и все. Вот. Ну и чтобы понять, насколько на самом деле HDD и SSD дешевле, чем оперативная память, можно просто взять, открыть там интернет, первые же ссылки покликать. Вот я покликал, и у меня получилось, что первый попавшийся блок Dynamic Random Access Memory на 4 гигабайта у меня стоил 1700 рублей. Это 425 рублей за гигабайт. А потом я взял жесткий диск магнитный, вот, на 2000 гигабайт, на 2 терабайта практически. И он стоил 3900 рублей. То есть 1 гигабайт стоит на нем рубль 95. Это в 217 раз больше, чем в 217 раз дешевле, чем оперативная память. Можно возразить, типа, есть же SSD, SSD весь такой быстрый, и он, наверное, тоже очень дешевый, но на самом деле он где-то между HDD и оперативной памятью. Если мы возьмем и поищем какой-нибудь SSD-шник хороший, например, от Samsung, вот, я вот нашел 250 гигабайт, 4100 рублей, 1 гигабайт стоит 16 рублей, он дешевле уже всего в 26 раз. Но все равно и то, и другое, они гораздо больше, чем оперативная память, и гораздо дешевле на порядке. Поэтому всю оперативную память мы запихать не можем, и это не нужно особо. Вот. Что обычно понимают под файловой системой? Это довольно запутанное понятие для тех, кто не особо разбирался. Так вот, на самом деле есть три понятия, три вещи, которые подразумевают под файловыми системами, когда про них говорят. Первое – это когда просто говорят про всю иерархию папок, которые у нас есть в системе, начиная с корня. Все имена, все эти вложенности, все вместе называют файловой системой. Это, в принципе, ну, можно сказать и так справедливо, да. Второе определение – это когда говорят про конкретный вид файловой системы, про то, как она хранит метаданные, то есть как она хранит имена файлов, их размеры, как она хранит право доступа к ним, тайминги всякие, как она это все сохраняет на диск, конкретный формат хранения, как сетевой протокол, только вот на накопителе внешнем. Это уже конкретные файловые системы FAT, EXT, там, EXT1, 2, 3, 4, NSF, USF, NTFS, их еще очень много. Пользователи даже свои могут создавать, поэтому все невозможно перечислить. И третье, что подразумевают иногда под файловой системой, это конкретное разбиение на жестком, ну, на накопителе, не обязательно на жестком диске. Известно, как бы, что мы можем разбить накопитель на несколько разбиений и в каждом иметь свою файловую систему, свою операционку. Благодаря этому мы можем на одном компьютере несколько систем иметь. Мы еще вернемся к разбиениям, пока в общих чертах про них. Вот. Ну и ядро, оно больше про второе. То есть ядру от файловой системы нужен формат хранения и какой-то интерфейс. Итак, мы переходим к задачам файловой системы. Ну, во-первых, она должна обеспечить какое-то пространство имен, где мы сможем по именам иерархическим добираться до файла и как-то его читать, писать. Вот. Вторая задача – это формат хранения. Ну, это понятно уже. Нужно, чтобы было строгое описание, стандартизованное, всем известное, как файловая система хранит данные, чтобы производители разных там, чтобы программисты разных там ядер, например, операционных систем могли встроить нормальную реализацию, которая будет работать одинаково со всеми объектами этой файловой системы. Следующая задача – это интерфейс. Файловая система должна предоставлять ядру интерфейс, по которому ядро сможет
обращаться к файлам, которые находятся в этой файловой системе, ну, очевидно. Следующая задача — это защита. Файловая система должна, ну, на самом деле, не так давно стала должна, раньше это было не обязательно, но в целом это уже стало задачей файловой системы — обеспечивать какой-то уровень защиты, разграничение доступа между пользователями, может быть, шифрование какое-то, доступ там, по паролю, что-нибудь вот такое. Короче, какой-то уровень защиты нужен. И реализация, самое главное, должна быть реализация файловой системы, возможно, там, зависящая от архитектуры, но ядро не должно заботиться о том, как оно реализовано. Должно использовать интерфейс, реализация должна за ним быть скрыта. Это все задачи файловой системы, а не всех остальных подсистем ядра. Вот. Ну и уже, я думаю, стало достаточно очевидно, что файловая система — это не какой-то аппаратный продукт, который зашит там в жесткий диск, флешку у вас или куда еще. Файловая система — это программа. Об этом говорит хотя бы то, что мы можем сменить файловую систему на любом накопителе, ну, почти на любом обычной командой, как бы mount. Ну, она системный вызов там будет делать, но в итоге это все программно, можно менять файловую систему на одном и том же накопителе, даже на разных разбиениях одного накопителя. И интересно, что тип накопителя, он... Может ли файловая система работать на каком-то накопителе, практически не зависит от его типа. То есть я могу, например, файловую систему EXT, дисковую, взять и запустить на оперативной памяти прям. Это не рекомендуется, там, потому что, ну, в силу определенных причин, по которым мы еще поговорим. Но в целом можно. То есть я могу запустить файловую систему поверх сети, поверх SSD, HDD, оперативной памяти. Есть еще такая шуточная файловая система, которая запущена поверх числа Pi. То есть она предполагает, что любой когда-либо созданный файл кем-либо есть в числе Pi, потому что оно не периодическое число. И сохранение файла в такой файловой системе состоит в том, чтобы найти подпоследовательность в знаках числа Pi после запятой, где ваш файл лежит. Из-за этого там файл, не знаю, там 400 строчек текстов, и будет 5 минут сохраняться, пока он будет вычислять числа, ну, цифры числа Pi. Это Попова, что ли? Нет, это какой-то зарубежный разработчик написал, не знаю. Вот. На GitHub есть там довольно маленький исходник. Вот. Такая прикольная штука. Вот. Ну и можно еще отдельно выделить файловые системы, которые вообще не поверх ничего. Такие как ProcFS, SysFS. ProcFS — это вот файловая система, которая хранит все, что у нас в корневой папке /proc. Мы его уже смотрели, когда разбирались с разметкой памяти процесса. Мы смотрели proc, speed, maps, и там было написано, какие сегменты виртуальной памяти у процесса есть. То есть ProcFS, она вообще никакие данные не хранит в каких-то там файлах где-либо. Она транслирует наши запросы к определенным структурам в ядре. ProcFS, если мы там печатаем содержимое файла proc.pid.maps, то она обратится не к файлу, она найдет task.struct нужный и достанет у него там набор его виртуальных сегментов и нам его распечатает. То есть это даже может быть и не файл, хотя файловая система есть, как бы, вот. Ну и есть абсолютное воплощение, доказательство того, насколько файловая система не зависит от аппаратуры. Это модуль ядра под названием Fuse, который реализован в Linux, Mac и в BSD. С его помощью можно в user space свои файловые системы создавать какие угодно, вообще произвольные. Вот с его помощью файловую систему PFS и сделали. Это мы прям можем взять, определить свой интерфейс этой файловой системы и замапить ее там на какие-то свои структуры в своем user space. То есть файловая система — это обычно kernel space. Это штука, которая работает внутри ядра, и мы не имеем прямого доступа к ней, кроме как через функции там read-write. А Fuse, он предоставляет нам самим свои файловые системы придумывать совершенно любые. И в том числе в Mac, ну, это вроде в Linux тоже есть, но я тут пример из Mac написал. Есть такая команда sshfs, она позволяет смонтировать файловую систему удаленного сервера локально к себе.
То есть файловая система есть интерфейс, а под ним на самом деле сетевые обращения через SSH к другому серверу. И мы можем... Вот мы создаем папку, в которую хотим смонтировать удаленный сервер. Потом точно так же, как через SSH, указываем там имя пользователя, айпишник, и потом какую папку удаленного сервера хотим смонтировать, и потом куда. И вот, вот эта папка, сам path on remote surf, она отобразится на мою локальную папку mnt remote dir. Я смогу в нее просто вот зайти, сделать там cd, ls, что угодно. Могу открыть текстовый редактор на эту папку, там редактор кода, и удаленно там редактировать. Но оно, конечно, подтормаживать будет, если там что-то очень активно делать. Это все-таки SSH, ну, сетка там, шифрование, и будет подтормаживать, но в целом так можно сделать. Ну и можно посмотреть список всех файловых систем, которые только у вас в ядре есть. Ну, на Mac это не сработает, а вот на Linux это сработает. Мы опять обращаемся к файловой системе ProcFS и просим ее распечатать просто список всех файловых систем. Они там в ядре регистрируются в таком списке. И это обращение к файлу ProcFileSystems, оно вызовет распечатку этого списка. Ну и там довольно большой список, я его тут сильно обрезал, только самое интересное оставил, то, что мы уже сегодня упомянули. Всякие RAMFS, TMPFS, там. Всевозможные EXTы, FETы. Вот. То есть получается, что файловая система — это не аппаратура, есть аппаратура. Что, как тогда файловая система общается с аппаратурой, если она сама в нее не зашита? Как это тогда работает? Ответ был драйвер. Вот. Ну вот он появился. Вот. Это что-то называется драйвером устройства, и мы, как обычно, на этой лекции, как и на всех прочем, сейчас опустимся в самый низ аппаратуры, прямо на уровень электронов, там посмотрим, как что сохраняется, и будем подниматься наверх к самому юзерспейсу. Так вот, устройства, они бывают трех типов. Символьные устройства — это когда доступ последовательный, это всякие устройства, которые не то чтобы что-то хранят, а они скорее какой-то поток информации нам отдают, который в реальном времени образуется. Например, клавиатуру мы печатаем и как бы посимвольно можем в ядре эти, ну, значения клавиш получать. То же самое с экраном, там не посимвольно, а с экраном там поэкранно, то есть там блоки памяти приходят. Но мы не можем взять и отмотать там то, что было там, не знаю, 2 часа назад на экране показывалось, мы не можем просто взять и отмотать. То есть символьное устройство — это обычно последовательный доступ вперед. Редко, когда он позволяет откатиться назад, и никогда символьное устройство вам не даст произвольный доступ. Можно только последовательно, почти всегда только вперед. Ну и принтер тоже, он как бы принимает, что напечатать, и посимвольно это фигачит на бумажку. И он не может взять и это впечатать в себя обратно с бумаги. Блочные устройства, про которые сегодня, в общем-то, и будем все время говорить, это SSD, это HDD, это даже обычная книжка. Это любое устройство, которое, возможно, произвольный доступ к любым данным этого устройства. То есть я могу книгу на любой странице открыть, прочитать, там, пролистать, закладку оставить, не знаю, что угодно. То же самое я могу сделать с SSD и с HDD. Я могу любой блок памяти там прочитать в любое время. Ну и есть сетевое устройство. Мы сегодня на нем не очень подробно остановимся. Это скорее будет к лекции по сетям, но немножко я расскажу. Ну, я смог только 2 придумать, не знаю, может, еще какие-то есть. Это проводное устройство и беспроводное. Вот. И оно гораздо сложнее, чем обычные блочные символьные устройства вместе взятые там на порядке. И суть не только в том, что оно беспроводное. То есть символьное устройство тоже может быть беспроводное, беспроводная мышка там, например. Суть сетевого устройства еще и в том, что оно должно реализовывать целую кучу различных протоколов. То есть в сети пакеты посылаются, они как матрешки. То есть пакет, когда мы что-то посылаем в сеть, он заворачивается в целую кучу протоколов. Сначала там в TCP, про который все слышали, потом
там, в IP, потом ниже, ниже, ниже опускаемся. В итоге там уже появляются протоколы, которые работают не с пакетами, а с кадрами, с отдельными битами. И вот сетевое устройство, оно работает на таком низком уровне, когда мы работаем не с пакетами, а с кадрами. Когда мы... То есть задача сетевого устройства не маршрутизация, там не IP, не TCP, ничего. Задача сетевого устройства передать по проводу или по воздуху из одной точки в другую. И эти две точки друг друга видят. В этом суть сетевого устройства. Все, что выше, делается уже не сетевым устройством, а ядром, какими-то модулями ядра. А сетевое устройство, оно прям пишет с разной частотой, там электрические сигналы в провод пускает, другая сторона их детектирует, там исправляются какие-то ошибки, и это все прям побитово так делается. И с радиоволнами там вообще еще сложнее, там очень много математики с исправлениями ошибок, с коллизиями. Сетевое устройство — это очень сложная штука. Она может и по... И вот она, в чем она сочетает блочное и символьное устройство. Символьное, вот TCP. TCP — это поток байтов. То есть TCP мы можем считать, как будто бы читаем из символьного устройства. А UDP — это что-то между символьным и блочным, потому что там мы читаем блоки. Блоки байт. И, ну, есть еще куча других протоколов, не только TCP и UDP. Поверх IP другие протоколы тоже строятся. Можно свои собственные протоколы придумывать. Есть такие штуки там. Называется Software Defined Networks. Можно свои протоколы вообще придумывать. Важно запомнить, что это все поверх сетевых устройств. Сетевое устройство — это очень простая штука в смысле задач, в смысле целей. Передать из одной точки в другую, и все. Просто кадр какой-то с битами. Какие-то IP, TCP, это все не интересует сетевое устройство. Это все задача ядра. Вот. Ну и начнем мы смотреть с жесткого диска, с Hard Disk Drive, сокращенно HDD. Вот. Он состоит из трех частей в основном, ну, из трех главных частей, считывающих головок, контроллера и магнитных дисков. Вот. Ну и все. И контроллер, он управляет этими всеми штуками, он крутит диски и передвигает головки, отдает нам что-то в оперативную память. Мы посмотрим, что такое магнитные диски, потом, что такое головки, что делает контроллер. Вот. Сначала про диски. Диск — это диск. Вот. И он состоит из сердцевины, которая может состоять из стекла, пластика или металла какого-нибудь, и он покрыт неким материалом, восприимчивым к магнитному излучению, к магнитным полям. Это раньше был оксид стали, а потом стали делать из кобальта. И вот из оксида стали были такие оранжевенькие диски, а из кобальта они блестящие, как будто бы CD обычно такой. Как зеркало прям. Вот, диск покрыт этим материалом целиком и полностью, и на нем он каким-то образом должен хранить биты. Но как он на нем хранит биты, если он просто как бы, ну, покрыт этим материалом сплошняком, там нет никаких ячеек, ничего, просто как зеркальная поверхность. На самом деле ячейки там есть, просто мы их не видим. И ячейки эти называются магнитными доменами. Суть, вот, если мы увеличим, вот такая структура у него будет. На самом деле там еще меньше эти ячейки, тут написано, что 100 нанометров, на самом деле меньше. Вот, в современных дисках. Так вот, эта поверхность, она, у нее такие свойства, что она делится на магнитные домены, когда на нее воздействует там излучение магнитным полем. И в каждом магнитном домене, ну, магнитный домен — это такая штука, где все электроны, у них магнитные моменты направлены в одну сторону. Не обязательно знать, что такое магнитный момент, просто представим, что электрон — это стрелочка такая, он может разворачиваться там вверх или вниз. Да, я в физике не очень, так что если кто-то заметит ошибку в моем объяснении физического процесса сохранения вот этого всего, можете говорить. Так вот, есть магнитные домены, и в каждом магнитном домене электроны направлены в одну сторону, можно так сказать. И, ну, и в этом состоит сохранение бита. Если электроны направлены, их магнитные моменты направлены в одну сторону, это там 0, а в другую сторону это 1, или наоборот. И каждый магнитный домен, он размером там единицы десятков нанометров, то есть там, не знаю, 10, 20, 30.
нанометров. Это очень маленькие магнитные домены, и в каждом из них хранится битик. И каким образом жесткий диск сохраняет биты в эти домены? Делает он это при помощи считывающей головки, которая подъезжает над нужным магнитным доменом. Ну, вот посмотрим сначала запись. Она подъезжает над нужным магнитным доменом, и в ней в головке прям есть излучатель магнитного поля, грубо говоря. Она его излучает и может разворачивать эти электроны в нужном направлении. Так и происходит запись. Чтение происходит ровно наоборот. Она подъезжает к этому домену, диск подъезжает под головку. Головка там не может. Головка вот так движется, а диски там крутятся. Поэтому головка ждет, пока нужный домен окажется под ней. И этот домен, он испускает магнитное поле. В головке есть катушка, которая при попадании в магнитное поле, в ней возникает ток. Электромагнитная индукция там используется. И этот ток, он поступает в контроллер, и контроллер понимает, что там. Там как бы или единичка, или нолик. Ну и все. Ну и вот так вот выглядит. Диск крутится, головка может перемещаться от центра к краю этого диска, и когда нужно что-то прочитать или записать, она перемещается на нужную позицию и ждет, пока домен под нее подкрутится. Ну и крутится это все с бешеной скоростью, там 250 оборотов в секунду, на всяких серьезных серверах запросто может крутиться эти диски, их там много в общем случае, и парят вот эти вот головки, они кажется, что касаются дисков, на самом деле они не касаются, они парят в современных дисках буквально там единицы нанометров над поверхностью. В Википедии можно найти число 3. 3 нанометра между головкой, считывающей диском. В старых дисках это были микрометры, там сотни микрометров. Но дело в том, что чем ближе головка, тем меньше мощности нужно, чтобы что-то записать или прочитать. И можно больше утрамбовать дисков друг с другом, если между ними можно будет без того, чтобы упереться в чужую считывающую головку. Вот. Ну и как устроена адресация в... Пока понятно все или я бегу слишком быстро? Ну окей. Как устроена адресация в жестких дисках? Я сразу скажу, это устаревший способ адресации, но на физическом уровне он еще используется, а программные его уже не особо используют. Но, в общем, устроен он так. Каждый диск, он делится на цилиндры и на секторы. Цилиндр — это одно кольцо на этом диске, а секторы — это кусочки этого кольца. И читать или писать можно только с секторами целыми. А почему эта штука называется цилиндр, а не кольцо? А потому что, когда диски друг над другом вот так располагаются, кольца, равноудаленные от... Кольца с одинаковым радиусом, они будут образовывать такой цилиндр. Ну вот, как на картинке, в общем, понятно. Нет, это именно цилиндр. Зеленый, видишь? Вот этот. Ну, короче, я попытался нарисовать цилиндр, получилось, что получилось. Но это недостаточно. Для адресации дисков может быть много, а то, что мы сейчас перечислили, это адресация только для одного диска. Поэтому еще есть третий фрагмент адреса. Это называется head, то есть номер головки. Почему не номер диска? Потому что диск может быть с двух сторон, покрыт этим материалом магнитным, а может быть с одной стороны. Тут главное количество головок, а не количество дисков. Поэтому адресация — это номер цилиндра, номер головки и номер сектора. И так мы можем точно выделить тут вот один конкретный блок на одном конкретном диске, на одной конкретной стороне одного конкретного диска. Ну и это проще запомнить не как цилиндр, головка и сектор, а как этаж, кольцо и сегмент. То есть номер диска, номер кольца и номер сегмента, и все. Мне вот лично не очень понятно, почему это называется именно цилиндром, когда проще было понять, как кольцо. Кому как. И размеры этих секторов
Вот не всего сектора, в смысле по всем цилиндрам, которые он задевает, а одного кусочка кольца, он от 512 байт до, там, до 4-8 килобайт обычно. 512 — это почти всегда. Остальное это там... Это, кстати, в файловой системе это иногда можно настроить. Вот. 512 — самое распространенное число. Ну, как я сказал, адресация по цилиндрам, головкам и секторам, она устарела, и полагаться на то, что под нами, ну, под файловой системой на устройстве, которое использует такую адресацию, не хочется. Мы же хотим, чтобы файловую систему можно было на любом устройстве положить, и она там будет работать. И тогда нельзя полагаться на такую стрёмную адресацию. Поэтому есть адресация, которая уже используется в SSD, и ее можно применять и к жестким дискам, если контроллер сам умеет транслировать адреса обратно в сектора, цилиндры и все такое. Это называется адресация Logical Block Addressing, LBA, и она представляет любое устройство как сплошной массив байт, просто от нуля до N и все. Ну, не байт, а блоков байт, просто непрерывный массив, неважно, что там, банки памяти, там, диски, там, сектора, цилиндры, это абсолютно неважно. Все это скрыто внутри, должно быть скрыто внутри драйвера, который будет этот адрес транслировать, а ядро работает вот с абсолютным адресом, одноразмерным, и все. Ну и вот драйвер может использовать такую трансляцию, например, из этой цилиндрической адресации в LBA. Ну, я не буду зачитывать формулу, ее видно на слайде. Есть обратная формула, чтобы транслировать обратно. Вот. Производительность жестких дисков, она измеряется в RPM, revolutions per minute, вращение в минуту почему-то. В серверах она может достигать 15 тысяч оборотов в минуту, ну, то есть те самые 250 оборотов в секунду. А дома у нас обычно стоят от 7 до 10 тысяч оборотов. Ну и при таком количестве оборотов получается, что на один полный оборот нужно 4 миллисекунды, один полный оборот диска. А в среднем это будет 2 миллисекунды. Но это довольно медленно, очевидно. Даже сетевая задержка может быть меньше, чем такое количество миллисекунд, но почти вся задержка здесь тратится на то, чтобы дождаться, пока диск прокрутится. Это все-таки физическая штука, которая механически крутится. Это не просто электроны, которые там бегают в Random Access Memory. Со скоростью света это нужно ждать, пока прокрутится там, пока головки передвинутся на нужную позицию. Можно помочь своему жесткому диску, чтобы он не на каждую операцию работал 4-2 миллисекунды. Можно использовать тот факт, что если мы делаем последовательные обращения, то есть читаем один и тот же, ну, сектора одного цилиндра подряд в том же направлении, в котором крутится диск, нет, против направления, которого крутится диск, чтобы они последовательно под головку попадали, тогда получится, что достаточно только до начала этого сегмента прокрутиться, там 2-4 миллисекунды, а дальше все скопом прочитать. Вот. Ну, очевидно, что это будет быстрее. Если мы будем, например, ну, мы хотим 4 там, блока прочитать, очевидно, что 4 оборота по одному блоку за раз, это будет медленнее, чем 4 блока вместе прочитать за один оборот. И понятно пока все, да? Вот. Отказоустойчивость жестких дисков. Жесткие диски механические. Они подвержены любым механическим... Они уязвимы к любым механическим повреждениям, как падение, там, резкая встряска, что угодно. Диск достаточно легко повредить, а если он еще из какого-нибудь стекла сделан, то он может вообще разбиться. Вот, и есть еще такая проблема с этими дисками, что, ну вот, считывающая головка, она не должна касаться диска. Если она коснется диска, она сошкребет с его поверхности вот эти все домены магнитные, и мы потеряем данные навсегда. Если она его все-таки касается, все, как бы данные вот на этой вот дорожке проехавшей уже не восстановить. И это называется head crash, и оно бывает тоже при, не знаю, там пыль просто попадет, температура перепадет как-нибудь. Ведь вот эта головка считывающая, она держится над поверхностью диска не за счет какой-то там аппаратуры сверхточной размером 3 нанометра, а она держится за счет того, что
когда диск вращается со скоростью там, тысячи этих оборотов в секунду, над ним образуется такая воздушная подушка толщиной как раз примерно 3 нанометра, и считывающая головка, она на этой воздушной подушке парит. Когда диск останавливается, считывающая головка, она уезжает на парковку специальную, ну, вне диска, чтобы на него не опуститься. Вот. И если будут какие-то проблемы с этой парковкой или с воздушной подушкой, это как бы воздух, он, не знаю, там сжимается, расширяется, давление там на него как-то влияет. Может получиться так, что он станет слишком тонкой, и считывающая головка упадет. Ну, и есть еще распространенный миф, что магниты способны стереть данные с жесткого диска, достаточно его просто поднести, и как на видео все магическим образом сотрется. На самом деле, единственный способ стереть магнитом... На самом деле, магнит нужен такой мощности, чтобы чтобы стереть данные с жесткого диска вот на таком расстоянии, что этот магнит будет способен железо у нас из крови вытянуть. Вот какой мощности нужен магнит, чтобы вот сделать как на видео, но механически уничтожить магнит жесткий диск может. Не только как на этом видео, но еще используя тот факт, что считывающие головки, они держатся, ну, они двигаются, они позиционируются при помощи постоянного магнита, двух постоянных магнитов, которые в корпусе жесткого диска находятся. И если мы поднесем еще один магнит достаточно сильный, то он может сбить работу этих двух магнитов, и у нас произойдет хед-крэш. Вот, вот так вот можно испортить жесткий диск при помощи магнита. А то на форумах пишут, типа, я поднес магнит, у меня все стерлось, на самом деле там испортилась считывающая головка. На этом мы заканчиваем жесткими дисками. Там они особо уже ничего там супер инновационного не появляется, кроме того, что пытаются еще больше магнитных доменов запихать, там, уменьшают размер диска. Размер диска вот, он выглядит большим, на самом деле он очень маленький, он размером там, не знаю, 4-5 дюймов. Такая маленькая коробочка. А раньше они были сначала как несколько здоровенных холодильников таких вот до потолка. Потом они стали вот где-то вот, ну, вот как такой вот стол. Такая коробка огромная. Ну, и потом они уменьшались. И вот сейчас мы видим то, что видим. Маленькие коробочки такие. И SSD, он примерно такого же размера. Вот, расшифровывается он Solid State Drive, твердотельный накопитель. Русским. И у него тоже три компонента. Это сами ячейки памяти, это контроллер, который принимает там запросы от процессора, типа прочитай из такой-то там банки какие-то данные. Но на самом деле еще очень, очень много чего делает, мы сегодня это все посмотрим. И третий компонент — это кэш. Это, ну, в SSD есть кусочек драмы, кусочек Dynamic Random Access Memory. Просто она быстрее, чем флеш-память, которая используется в SSD. И она используется там для внутренних каких-то... Короче, как временная переменная она используется. Когда нужно какой-то блок флеш-памяти загрузить, какие-то операции над ним произвести, сбросить его обратно. Тогда это делается быстро при помощи кусочка Dynamic Random Access Memory, который, мы помним, состоит там из конденсатора, там, транзистора. Вот. Такой маленький локальный кэш. Ну и опять начнем с самого низа. Посмотрим, как SSD хранит каждый отдельный битик. Это прям реально сложная штука. Я до сих пор не уверен, что я правильно ее понял, но я все-таки попробую объяснить. Меня физики поправят, знаю, в комментах, кто будет смотреть, или может кто-то из вас знает. Вот. Короче, есть такой кусок диэлектрика, и внутри диэлектрика есть кусок проводника. И очевидно, что если на этот кусок проводника поместить кучку электронов, то они там будут взаперти, они не смогут сбежать, потому что вокруг диэлектрик. Даже если мы к диэлектрику какой-то кусочек там другого проводника поднесем. И в этом заключается суть хранения бита, что нужно в эту ловушку каким-то образом поместить электроны, и они там смогут годами храниться, пока их не перезапишут, не прочитают, там, не знаю, что еще с ними можно сделать будет. То есть нужно как-то поместить электроны в ловушку внутри диэлектрика. Как это происходит? Эту вот коробку диэлектрическую помещают на платформу,
тоже из диэлектрика, и размещаю три контакта сверху, один и два по бокам. И создают разницу потенциалов на одном краю и на другом. И что происходит? Вот здесь вот прибегают электроны, и ну, им некуда идти вокруг диэлектрик. Они не могут перескочить, просто взять и перескочить ни с того ни с сего на проводник, который внутри диэлектрика. Или тем более на то место, куда мы плюс подали, потому что там очень много диэлектрика. И вот они сидят такие, думают, что им делать, и мы им даем подсказку, что вам нужно идти не направо, как вот на этой картинке, а сначала вверх, пройти по мостику типа. Мы сверху тоже подаем положительный потенциал, и электроны начинают притягиваться уже не просто туда, а вот туда. Если там подать достаточно сильный положительный потенциал, то электроны, там есть какой-то квантовый эффект, благодаря которому электроны могут пробить диэлектрик, если достаточно сильно захотят, грубо говоря, если у них энергии хватит. И вот если там сверху подать много, если там сверху подать большой положительный потенциал, они пробьют диэлектрик и забегут сюда. И начнут по этому мостику бежать. И теперь нам нужно ловушку закрыть. Мы убираем все. И те электроны, которые там были в момент выключения напряжения, они там остаются, все. Они не могут и не хотят никуда там влево, вправо, вверх уйти, вокруг диэлектрика, никакого напряжения вокруг тоже нет. Ну и они там торчат, не могут торчать там очень долго. Десятилетия, столетия там. Ну да, туннельный эффект, вот. Ну и эта штука, которую я вот сейчас описал на коробочках и платформочках, называется полевой транзистор с плавающим затвором. То, что сверху — это просто затвор, то, что ловушка — это плавающий затвор, и контакты — это источник, и контакты — это источник и сток, source и drain. Вот. Найти картинку реального транзистора из SSD оказалось очень непросто, но я все-таки нашел. Это вот такая вот штукенция размером несколько десятков нанометров, которая выглядит очень похоже на то, что я нарисовал на картинке. Ну и там можно прям разглядеть все вот эти вот плавающий затвор, основной затвор и контакты по бокам. Теперь вопрос, вот мы загнали туда эти электроны, как их оттуда прогнать? Ну вот хранение электронов это означает там либо единицу, либо ноль, уже понятно. А отсутствие электронов это противоположный бит. А, то есть мы что-то туда сохранили, а как это теперь другое что-то сохранить? Как прогнать оттуда электроны? Есть идеи у кого-нибудь? Давай физфак. Вперед. Ну вот есть электроны, и нам нужно, чтобы эта ловушка осталась пустая. Надо их согнать куда-нибудь. Только в плюсик включить. Только в плюсик не получится. Только в плюсик? Нет, там не хватит только плюсика. Нужно еще включить кое-что. Но если сейчас другого ответа не будет, я, может, и этот приму. Ну да, правильно. Ну, то есть два ответа образуют один правильный. Нужно сверху подать минус и где-нибудь снизу подать плюс. Нужно сверху огромный отрицательный заряд сделать, чтобы электроны в этой ловушке прям сильно стали отталкиваться и пытаться оттуда сбежать. Я не знаю, как это еще проще объяснить. Короче, вот. Мы делаем сверху отрицательный заряд, который будет отталкивать эти электроны, и делаем где-нибудь сбоку положительный, и они будут, ну, и они опять туннельным эффектом пробьют. А, так получается. Ну, то есть это есть типа за Земли. Ну, типа, да. Ну, короче, они оттуда сбегут, и все. И у нас опустеет эта ловушка. Теперь как читать электроны? Как читать значение бита. Вот мы поймали там какое-то количество электронов, они там сидят, нам нужно понять, они там есть или нет. По полю. Ну да, по полю. Но этот вопрос был не на 2 балла, к сожалению.
на 2 балла лампочка появляется. Ну, короче, да, по полю, то есть мы подаем сверху плюс. Ну, то есть мы пытаемся, когда читаем бит, мы делаем примерно то же, что когда пишем бит. Но только в стоке, в правом контакте, мы подаем маленький положительный потенциал. И, сверху большой. Получается, что когда мы здесь подаем плюс, часть этого положительного потенциала вот эти электроны как бы съедают. То есть, если смотреть с этой точки, здесь заряд ноль. Потому что там подали плюс, там уже были электроны. И получается, что ток идти не будет. Вот. Типа сюда электроны сбегутся, и они будут отталкиваться этими электронами, им не хватит мощности, чтобы перебежать туда. И можно так определить, есть там электрон или нет, потому что если их там нет, то вот этих вот плюсиков будет достаточно для того, чтобы просто ток пошел. То есть если тока нет вот в такой штуке, это означает, электроны там есть. Если ток есть, значит электронов нет. Получается такая противоположность. Вот. Ну и так происходит чтение. И из-за этой противоположности получается такое противоречие со всеми остальными способами хранения, со всякими random access memory, там static, dynamic, с жесткими дисками. Получается, что когда заряд есть, когда электроны там присутствуют, это равняется биту 0, потому что тока нет. А когда заряда нет, ток есть. Получается, то есть отсутствие заряда — это единичка. Вот так вот в SSD работает. Ну, не только в SSD, это флеш-память так работает. И из этого уже можно, в принципе, сделать два вывода. Во-первых, почему SSD имеет ограниченный срок жизни. Жесткий диск, он как бы сколько угодно там намагничивает, размагничивает эти магнитные домены, ничего с ним не случится, пока головка диска не коснется. SSD у него есть там заявленное производителем, обычно вполне конкретное число максимальных записей в одну и ту же ячейку. Происходит это из-за того, что когда электроны вот этим туннельным эффектом там что-то пробивают постоянно, он как бы истончается. Не знаю, правильно сказал? Истончается эта штука, да? Ну, в общем, суть в том, что постепенно будет происходить такая фигня, что заряд будет утекать. Он уже будет там не года храниться, а, не знаю, месяцы, дни. Ну, короче, будет утекать заряд, и, соответственно, наши битики будут утекать. Как конденсатор. Конденсатор тоже идеально. Вот. И из этого же можно, кстати, уже понять, почему обычно говорят, что чтение, читать SSD можно бесконечно, а писать ограничено. На самом деле читать тоже можно не бесконечно, но существенно дольше, чем писать. А все из-за того, что когда мы читаем, там как получается, что если заряд есть, если электроны там присутствуют, то при чтении ток не пойдет, и мы не будем пробивать этот диэлектрик, то есть не будет изнашиваться ячейка. Если там заряда нет, то ток пойдет, но он пойдет независимо от того, есть там диэлектрик или нет. Получается, что он будет изнашиваться, что нет, чтение будет работать нормально, пока мы что-то не начнем менять. Поэтому если SSD отказал, зарепортил он вам контроллер этого SSD-шника, что у него там много битых блоков, мы все еще можем спасти оттуда данные, вычитав их, а потом уже, новый SSD купить. То есть, когда читаем, я правильно понимаю, что когда мы читаем, мы пускаем ток? Мы пытаемся пустить ток, и если там заряд есть, то он не пойдет. Если там заряд нет, заряд есть, то заряд уходит? Не, он не уходит, он остается. Но там суть этого чтения в том, что мы подаем не точно такое же напряжение, как при записи. Здесь плюсик я попытался меньше нарисовать, то есть вот здесь напряжение меньше, чем здесь. И поэтому получается, что если заряд есть, и мы подаем вот такие значения напряжения, то ток не пойдет, эти электроны не сбегут. Их вот этот большой плюсик привлекает больше, чем вот этот маленький. Вот. Ну и каждая ячейка, они образуют, как обычно, какую-то сложную электрическую схему, но только она не совсем такая же, как мы привыкли видеть в Random Access Memory, где в целом мы практически каждый битик можем читать по отдельности. В SSD
Нет, немного не так. В целях экономии места, в целях упрощения схемы делают так, что на один бит, на одну битовую линию, которая в конце концов вернет либо 0, либо 1, подсоединяется сразу много ячеек. То есть мы не можем читать битики по одному, мы можем читать только большими страницами. И вот эти страницы, они там по 512 этих ячеек объединяются, и можем их только все за раз прочитать. Мы не можем читать по одной. Но это, в принципе, похоже на жесткий диск, который тоже только сегментами читает. Вот. Здесь это не потому, что там крутится эта головка, там, а потому что так просто дешевле и компактнее. Есть еще способ адресации в SSD, когда вроде как можно по одному биту, но он какой-то дорогой, и я его здесь не особо рассматриваю. Он дорогой и сложный, а этот попроще, поэтому его смотрим. Вот. Ну и страницы, они прям даже по размеру похожи на жесткий диск, тоже от 512 байт до 8 там, килобайт. Вот. Это мы сейчас смотрели только чтение и запись одного битика. И сейчас посмотрим, как происходит обновление. Обновление в SSD – это очень сложная штука. То есть суть в том, что из-за устройства вот этой вот схемы ячеек мы не можем ячейку обновить на месте. И чтобы с этим бороться, SSD берет и делит все, ну, объединяет все свои страницы группами, блоками. То есть SSD память состоит из блоков, а блоки состоят из страниц вот этих вот по 512 этих байт. И в блоке, если в страницу что-то записали, потом перезаписать прямо на месте эту страницу нельзя. Нужно обязательно писать в свежую страницу. То есть у страницы у нее есть три состояния. Она свободна, она хранит валидные данные, она хранит данные, которые уже устарели, но на это место нельзя записать. Это происходит в силу особенностей вот этой схемы электрической. Посмотрим, как это вот на этом примере работает. Есть блок X, ну вот тут можете не видеть, тут блок X написано, тут блок Y. В блоке X есть занятые страницы, А, Б, С, Д, там все остальное свободно. Что-то там они читаются. Вот. И потом мы дописываем... Потом мы дописываем еще 4 страницы E, F, G, H и обновляем страницы А, Б, С, Д. Обновленные страницы, они не на то же место лягут. Они лягут как H3, B3, ну, короче, как обновленные на новые места. А старые четверки, они вот засветленные на слайде, они типа мусорные. Их больше нельзя читать. Контроллер там знает, какие мусорные, какие нет. И вот эти читать больше нельзя. И когда нам нужно... Ну, может получиться так, что в итоге этих мусорных страниц накопится очень много в разных блоках, и нужно что-то новое записать, а места уже нет. И тогда в SSD начинает работать garbage collector. Прям настоящий такой сложный. Он берет, копирует вот в этот кэш, который я говорил, Dynamic Random Access Memory, он в него копирует этот блок, отфильтровывает оттуда эти ненужные мусорные блоки, записывает его целиком в новый блок. А старый блок, он очищает. Там, очистка — это такая сложная штука. Почему вот нельзя взять и блок какой-то перезаписать на месте? Потому что, когда блок очищают от старых данных, там подается какое-то высокое напряжение, которое в итоге может заэффектить соседние страницы. То есть мы будем, там, не знаю, чистить страницу B старую, там такое напряжение подастся, что оно заденет соседние ячейки, потому что там в схеме все очень тесно лежит, типа, я это так понял. Вот. Поэтому блоки освобождаются только целиком, по одной страничке там не получается атомарно это все освободить. Ну и еще garbage collector может не только один блок очищать, он может объединять блоки, например, в одном блоке там половина мусора и в другом половина мусора. Он может их объединить в один новый нормальный блок, а старые оба очистит. И это вообще самая большая проблема в SSD, что вот нельзя обновлять на месте. Нужно это постоянно учитывать в этих алгоритмах, которые какие-то high-load там пытаются на SSD работать. И у этой проблемы даже есть название write amplification. Оно не специфично для SSD, оно относится к любой структуре данных, к любому алгоритму, к любому устройству, который не может менять данные на месте. И эта штука равна
Ну, формальная формула такая, типа, сколько мы записали, сколько мы SSD сказали записать и сколько он реально записал. То есть это количество записей, которые SSD выполнит на одну нашу запись. Вот в этом примере получается, что когда мы пишем блок А, обновляем там, да, мы сделали одну запись, обновили блок А, а на самом деле он записался один раз в новую страницу здесь, еще потом скопировался в новую страницу здесь. То есть на одну нашу запись SSD сделал две записи. И он будет их делать дальше, когда этот блок опять будет куда-то перемещать, фрагментировать там, дефрагментировать. Ну и вот у SSD есть такая штука, да, как write amplification. Контроллер старается там как-то это все уменьшать, применять всякие сложные штуки, чтобы его уменьшить, но задача программиста в том числе тоже этим озаботиться. Получается, что у нас есть возьмем блок, да, у нас там получается половина ячеек занята, потом говорить много ячеек, там приходится тогда все перезаписывать в отдельно. Если половина ячеек занята, есть хотя бы одна ячейка, которая свободна, в нее можно записать. А если половина ячеек занята, а вторая половина мусорная, в мусорную мы писать не можем. Обновление ВЦД это просто... Это запись, да, типа я говорю обновление, на самом деле SSD возьмет старый блок, объявит мусорным и скопирует его измененным в новую страницу. Он на месте не может обновить, как бредон ли такие получаются блоки. Один раз записал, и больше ты их менять не можешь, пока его не сотрут, короче, вот. А, стирание, кстати, вот. Стирание — это подача большого напряжения, которое как раз сгоняет все электроны. То есть, когда блок стерт, на нем электронов нет, и как, ну, то есть стертые блоки, они все полностью заполнены, получается, единицами, потому что электронов нет. И есть такая оптимизация, что если мы меняем блок, ну, если мы меняем какую-то страницу так, что единственное изменение — это единички, обращающиеся в нули, то такое изменение можно сделать на месте. Вот такая хитроумная штука есть. Типа мы не можем сгонять электроны, но нагонять электроны точечно мы можем. Ну, это такая стрёмная оптимизация, не знаю, насколько она применима просто. Когда у нас такие большие страницы, там по 512 байт, по килобайтам, каков шанс того, что оно, и обновление это просто ресет там каких-то единичек в нули, наверное, не очень велик. Но такая штука есть. Вот. И это все про SSD. Какие, получается, задачи у него мы рассмотрели, успели рассмотреть. Это сборка мусора. Это номер, ну и адресация еще, да. И еще задачи, которые мы не особо смотрели, но они не слишком сложные, чтобы их смотреть. Это первое кэширование. Ну вот у него есть динамик Random Access Memory, он там может кэш держать, про который там ни процессор, ни ядро даже не знает, просто локальный кэш. Как вот у процессора его кэши, там или один, или два, также у SSD может быть свой. И еще он занимается, контроллер занимается распределением нагрузки. Ведь суть, ну, SSD, у SSD ячейки имеют срок жизни, как мы уже сказали, и если контроллер будет неаккуратно размазывать нагрузку, то может получиться так, что какие-то страницы, какие-то ячейки будут перезаписываться гораздо больше раз, гораздо чаще других. И задача SSD-контроллера сделать так, чтобы нагрузка на перезаписи, она размазывалась как можно равномернее по всему устройству. И SSD может предоставлять параллельный доступ, чего, конечно, совершенно невозможно сделать по-настоящему в жестких дисках, где у нас как бы головки вот в одной позиции все стоят, и все, они могут только одну, ну, только один цилиндр читать, который сейчас крутится, и все. А в SSD можно произвольно, параллельно, что угодно читать. Там есть разная степень параллельности. Там 2, не знаю, 4. Ну, короче, можно. И эти параллельные запросы никак не будут зависеть на позицию там, каких-то головок механических. Могут совершенно произвольно читать. Ну и скорость у него на, не знаю, на тысячи. В тысячи раз быстрее, чем у жесткого диска. У жесткого диска это миллисекунды, у SSD это микросекунды. Потому что ничего не крутится, нет никаких механических частей. Ну и такая статистика. Микросекунды у нас тратятся на чтение страницы. Это там 2-4, не знаю. Ну, короче, единицы.
сотни микросекунд на запись страницы свободные, когда нужно какой-то блок очистить, это уже миллисекунды, это уже почти как жесткий диск, поэтому очень важно, чтобы контроллер и программа, которую мы пишем с расчетом на то, что она будет выполняться с SSD, старалась как-то меньше что-то там перезаписывать на месте. Вот. А получается, что у нас есть разные устройства, там HDD, SSD. И они совершенно так по-разному устроены, абсолютно не похожи, но при этом я могу на любой из них любую файловую систему сделать. И как мне понять, какая файловая система на устройстве? Как когда я, вот я флешку втыкаю там, в компьютер, как мое ядро моей операционной системы понимает, что на ней там файловая система FAT или EXT какой-нибудь или еще что? Можно заставить на любом адресе, например, там хранить какой-то последний спин. Ну да. В начале хранилище каждого устройства, независимо от того, это адресация там, каких-то цилиндрии, блоки, диски, или это логическая адресация, как в SSD, все равно есть как бы самый нулевой начальный адрес. В адресации вот этой троичной CHS это будет нулевой цилиндр, нулевая головка и первый сектор. В адресации LBA это будет просто нулевой адрес. И когда драйвер, ну, когда подключается это устройство, операционная система через драйвер вычитывает по этому адресу особый блок информации, который называется Master Boot Record, MBR, и он размером 512 байт, как раз размером с блок, со страницу, там, с сектора один. И он состоит, ну, там на самом деле больше, чем 5 секций, которые я нарисовал, но я нарисовал самые основные. Вначале там лежит bootstrap код, это то, что BIOS вызывает, чтобы этот bootstrap код перебросил нас в нужную партицию, в которой там вызовется еще один bootstrap код, мы еще дойдем до этого. Ну, короче, вначале лежит самый такой первый bootstrap код, который зовет BIOS. Потом ровно 4 записи о партициях. При этом мы знаем, что диск вроде как можно разбить больше, чем на 4 партиции, но вот в первичном заголовке почему-то их 4. Все дело в том, что каждая партиция, она может быть сложной, типа она может описывать вложенные партиции. Например, есть такое разбиение, оно вроде как даже замена MBR, но заголовок у нее точно такой же, как у MBR. Поэтому я не понимаю, в чем там замена, но, в общем, заявлено как замена. Называется GUID Partition Table. Там партиции могут быть десятки. То есть как она работает, она берет. И здесь вот говорит, что вот весь диск — это на самом деле не 4 партиции, а одна большая партиция GPT. И когда мы в эту GPT идем, оказывается, что там внутри еще десятки партиций. Типа вот так оно работает. Я не буду GPT подробно рассматривать. Партиций очень много разных типов. Все их рассмотреть нереально, даже за целый курс. Вот. Мы просто посмотрим, как устроена одна отдельная партиция, потому что она уже не особо зависит от того, что нас к ней привело, Master Boot Record или GUID Partition Table, это неважно. Вот. Ну и каждая запись в этой табличке из 4 партиций, она... Это псевдокод, это как бы в ядре этого нет, это я просто написал, потому что мне вот с сишными структурами понятнее описывать. Там хранится начальный блок партиции, конечный блок и тип партиции. По типу иногда бывает, можно понять уже, что там за файловая система, но все-таки там дальше еще идет хедер, который уже конкретную файловую систему нам называет. А partition type — это скорее не файловая система, а семейство файловых систем или значение партиции. Там будет там храниться, не знаю, ядро или какие-то метаданные диска. Короче, это не совсем файловая система, хотя иногда по ней можно уже понять что-то. Вот, и посмотрим заголовок одной конкретной партиции. Там сначала идет, ну, опять же, не совсем так просто, там немножко больше секций, но я рассказываю основные. Там сначала идет заголовок файловой системы. Понятное дело, его и размеры, и содержимое, и лейаут, как бы что там на каком месте, по какому смещению, зависит от файловой системы. Называется эта штука суперблок. Потом идет bootstrap-код, который вызывается вот этим bootstrap-кодом, который вызывается BIOS.
Вот. В этом OS Bootstrap коде уже лежит загрузчик, типа грубо, который в одном из этих дата-блоков там достанет образ ядра, запустит его. Ну, короче, здесь мы уже до загрузчика добрались, который мы смотрели на первой лекции, по-моему. А после загрузчика идут данные, просто блоками подряд куча данных, и все. Больше там ничего нет. Фактически три секции таких главных. И в суперблоке файловой системы я тут написал, опять же, может быть, у каких-то файловых систем чего-то из этого нет, у каких-то гораздо больше. Я какие-то основные вещи написал. Там обычно там количество блоков, там количество свободных блоков, когда, не знаю, новые данные хотим записать. Размер блока бывает можно регулировать. Например, когда мы настраиваем файловую систему, там ext, по-моему, можно размер блока выбирать. От этого будет зависеть, какой нам будет доступен максимальный размер файла, какое количество места на диске будет тратиться впустую, потому что блоки будут слишком большие, и в них будет мало данных, фрагментации, короче. Флажки там могут лежать. Время монтирования — это все фигня. Самое интересное — то, как мы определяем тип файловой системы. А дальше уже все понятно. Там мы просто берем, не знаю, спецификацию и смотрим остальные поля. Самое главное — понять, что это за файловая система. И здесь уже начинается волшебство. Буквально это поле называется magic во всех файловых системах. В этом блоке разные файловые системы на разных позициях хранят определенную последовательность байт, найдя которую, мы можем предположить, что это такая-то файловая система. Например, если... Я могу сейчас напутать какие-то конкретные смещения, но вот, например, если это файловая система ext, одна из них, то там по смещению в этом суперблоке по, там, с 1080 байта по 1082 должно быть 2 байта EF53. Если они там есть по такому смещению, скорее всего, это ext. А может быть и нет. Ну и у других файловых систем тоже свои какие-то магические числа по своим смещениям. И иногда, ну, если их транслировать в ASCII, то вот RAMFS, по-моему, если его... У него там не 2 байта, а 1, 2, 3, 4. Если их транслировать в ASCII, там будет буквами написано RAMFS, по-моему. Вот эти 85, 84, 58. Хотя 58 — это, по-моему, не буква уже. Буквы с 65 начинаются. Ну, короче, есть какая-то файловая система, у которой эти байтики, они на самом деле буковки такие. Прикольно. Вот, нам нужно найти эту магию, если мы ее нашли, скорее всего, мы угадали файловую систему. Посмотрим на пару этих файловых систем. На ext2, она, в принципе, покрывает и ext, и ext3, и 4, и все на свете. ext3 и 4 — это просто такие расширения к ext2, а ext2 — это уже почти полная переработка первой версии. И еще посмотрим FAT. Самая простая файловая система Microsoft, по-моему, не помню. Ну, FAT, она реально очень простая. Настолько простая, что ее очень сложно запороть в реализации. И... То есть, как бы ее не реализовали, она будет работать примерно с одинаковой убогой эффективностью. Можно, наверное, так выразиться. Суть в чем? Она представляет хранилище как кучу блоков, и все. И файл — это список блоков. То есть файл — это список блоков в произвольных местах вообще всего хранилища. И все. И это, ну, FAT расшифровывается как File Location Table, и каждый файл — это типа табличка. На самом деле не табличка, а список. Из-за этого начинаются проблемы, начиная с того, что там дикая фрагментация, потому что один файл может раскидаться по всему жесткому диску, и чтобы его последовательно прочитать, нам придется превратиться в какого-то диджея, блин, крутить этот жесткий диск туда-сюда, чтобы найти все его блоки. И заканчивая тем, что чтобы просто получить смещение к концу файла, нам придется пройти по всем блокам этого файла, начиная с первого. И если файл, там, не знаю, состоит из 1000 блоков, нам придется вот 1000 лукапов на жесткий диск сделать, чтобы просто записать что-то в конец файла. Но, в принципе, эта штука, не знаю, она, наверное, может быть на SSD может нормально работать, потому что там ничего не крутится. И там
доступ, ну, скорость доступа на чтение, она практически не зависит от того, с каких позиций мы читаем. Все равно там, что, не знаю, 10 микросекунд, что 20 будет, не сильно будет заметно. На флешках, ну, оно было обычно, я не знаю, как сейчас. Я помню, что у меня были какие-то флешки с FAT, потом, по-моему, они стали с EXT уже все. EXT хорошо с флеш-памятью работает, а, ну, лучше, чем FAT. Где еще можно использовать FAT, там, где нельзя использовать EXT, я не знаю. Просто такая, это как бы историческая справка, чтобы вы представили, как может быть устроена файловая система в простейшем виде. Вот, текст, она уже поинтереснее и посложнее. Вот. HDD использует несколько лобок с двухсторонних дисков. Ничто не мешает, но FAT этого не делает. Я вам спросил, вообще делать RDT с несколькими головками с разных сторон? Ну, только делают. Да, диск один, и у него головки типа вот так вот. С двух сторон, да. Ну, то есть вот диск и головки типа вот так. Да, нельзя. Так и еще так. Не, я думаю, нет. Как они туда будут двигаться? Головка, она же должна между кольцами перемещаться. Там будет ограниченный ресурс этой вращаемости. Можно с двух сторон туда разместить, она сложно нормально. Я думаю, что там... Нет, так, может быть, и можно. Там, возможно, дело в том, что прирост производительности будет не очень большой, что мы читаем за 4 миллисекунды, что за 2, это одинаково медленно. Ну и это, скорее всего, не оправдает затраты денег и места в этой маленькой коробочке, которая и так дофига места занимает этот шпингалец с головками. Так что, видимо, просто был такой трейд-офф, что пошли на компромисс, оставили один столбик этих головок. Но, в принципе, не знаю, можно, наверное, погуглить, может быть, есть такие. Я не видел. Ну и немножко мы будем по обеим файловым системам смотреть, как они в ядре реализованы, чтобы это как-то осязаемо было, а не просто, что я рассказываю, там дядя Вася рассказал, что что-то там где-то есть. На самом деле, вот в ядре это прям есть такая реализация. В принципе, вся файловая система FAT описывается этими двумя структурами. Это, ну, в общем, мембер этой цепочки файлов. Там можно увидеть номер блока и ссылку на следующий блок. Это вот одна из этих штук, которая зависит от версии FAT. Там есть FAT-16, FAT-32, FAT-12. И, ну, папки в FAT реализованы тоже довольно примитивно. Это просто список имен файлов и какой файл с какого блока начинается, и все. Ну и там всякие атрибуты хранятся, простецкие, типа, когда файл был создан, когда он модифицирован, размер, ничего такого интересного особо, чего нет у других. Вот что интересно, это семейство файловых систем EXT, которое расшифровывается как Extended File System. Мы будем смотреть вторую версию. Но интересно, во-первых, тем, что она идет от тех же истоков, что Linux. Она была ну, первая версия ее была написана в операционной системе Minix, и она называлась MinixFS, и она даже до сих пор в ядре поддерживается, MinixFS, вот, в первоначальном виде. Написана она была Tenenbaum, она была тоже учебная, как бы, как и весь Minix, поэтому там размер имени файла был, по-моему, ограничен 14 символами, а размер файла самого 64 мегабайта, по-моему. Ну, короче, маленькие файлы, но для учебы типа вполне хватало. И Linux, когда в Linux взял реализацию MinixFS, ему, понятное дело, не хватило этих учебных мощностей. Он не он сам, по-моему, просто кто-то, кто написал просто EXT, вот, наследовав его от MinixFS в большой степени. Вот. Ну и ключевые особенности Extended File System, во-первых, она в курсе про фрагментацию, она старается аллоцировать блоки одного и того же файла поближе друг к другу. Дальше посмотрим, как. Во-вторых, интересно, что то, что, насколько я понимаю, она была придумана до флеш-памяти, но при этом к флеш-памяти она очень хорошо подходит. Потому что она в реализации экста, они обычно в курсе, ну, они стараются не писать много записей зря. Типа файловая система, у них есть свои, ну, свои логи, там, прям как у базы данных. И EXT может задетектить в современных реализациях, что он на флеш-накопитель, и он будет логи не писать. По-моему, что-то такое есть.
Короче, для флеш-памяти Ext это хорошо. Ну, ее тоже на блоки делят. На самом деле все файловые системы, все хранилища так или иначе делят себя на блоки. По байтам адресовать было бы очень сложно что-либо. Гораздо проще блоками. Так вот. И здесь появляется вместе с Ext понятие иноды, которое мы в начале лекции затронули. Инода — это такая штука, которая описывает один конкретный файл или директорию. С точки зрения файловой системы Ext, файл и директория — это одно и то же. Просто директория — это файл специального типа. Вот. И они оба описываются структурой инод. И ну, она и в ядре есть struct инод, и на диске инода — это просто блок такой памяти метаданных каких-то. Что в ней хранится? Там хранится имя, права, время, ну, короче, метаданные всякие. И там хранится список из всего лишь 12 номеров блоков, по которым лежат данные. Получается, что же, что у нас 12 блоков, если блок размером 15, ну, 512 байт, например, это же не значит, что у нас размер файла ограничен 512 умножить там, на 12. Маловато как-то получается. На самом деле, и нода действительно напрямую адресует только первые 12 блоков файла. Но если файл больше, то тут есть еще три уровня косвенности. Первый уровень, он ссылается не на блок с данными, а на другой блок, в котором список ссылок на блоки с данными. Я его на слайде обозначил как блок level 1. То есть это адрес блока, где лежит еще 15 адресов блоков с данными. Если и этого не хватает, тогда используется второй уровень косвенности. Это уже 14-я запись в этом списке. Там уже это является ссылкой на блок, в котором ссылки на блоки, в которых ссылки на блоки с данными. Ну и третий я не буду уже засчитывать, слишком длинно получается. Короче, вот три уровня косвенности. Вот они уже накладывают ограничения на размер файла, но мы размер блока можем выбирать, поэтому это ограничение на размер файла, оно такое искусственное. Вот. Понятно вот про эту штуку? Ну да, типа как сначала просто данные, потом указатель на данные, потом указатель на данные. Вот так. Можно это так понять, да. Это мы сейчас только одну вот структ иноду посмотрели. Это единица единица данных, которые оперирует файловая система Ext. Вот. Меньше, чем инода, и она не умеет. Все, для нее все инода. И отсюда же пошло инода в ядре. Но помимо иноды у нее есть еще много всяких штук, в которых эти иноды хранятся. Посмотрим целиком лейаут партиции, которая разбита на файловую систему Ext. Ну, там сначала суперблок, как у любой файловой системы, а потом идут группы блоков. Там идут не сразу блоки с данными, как у FATA, а бьется на группы блоков. Это делается с целью того, чтобы уменьшить фрагментацию. Если мы хотим лоцировать, ну, увеличить размер файла, и этот файл в какой-то группе блоков, то новый блок будет стараться лоцироваться в той же группе блоков, а не в произвольном месте. Если в той же группе блоков места не хватает, тогда он в другую поедет, но будет стараться поближе к своему родителю быть. И это все-таки как-то фрагментацию уменьшает, хотя бы что-то. Вот. И каждая группа блоков, она хранит в себе, во-первых, копию суперблока. Это делается за тем, что если у нас какие-то группы блоков произвольные, там, не знаю, по ним проедется считывающая головка, например, то мы остальные все еще сможем прочитать. Это типа в целях отказа устойчивости копировать. Суперблок, он не такой уж большой, поэтому это не страшно его копировать в каждой группе блоков. После этой копии суперблока идут битовые маски. Их две. Битовая маска блоков и битовая маска инод. Битовая маска, для тех, кто не знает, это типа если бит 0, то объект, который... В общем, какой-то объект существует, если бит... Нет, не так. Битовая маска... Если бит 0, значит объекта нет. Если бит 1, то объект есть.
и как это работает. У нас есть, ну, на примере иноды будет проще. Есть битовая маска иноды и таблица инод. В этой таблице инодов там N рекордов, фиксированное количество, которые мы заранее выбираем. И в иноде битмаски N битов. Если ит и бит в этой битмаске 0, значит ит запись в таблице инод свободна. Если ит и бит в битмаске инодов 1, значит в таблице инодов эта запись занята. Вот. Это делается за тем, чтобы когда мы ищем свободную иноду, например, чтобы новый файл создать, чтобы нам не нужно было всю эту иноду table сканировать, она может быть довольно большой. Каждая инода, она там порядка 128 байт. Если этих инод там, не знаю, 1000-2000 сканировать, ну, фуллсканом это каждый раз будет не очень прикольно. А прочитать один раз битовую маску, которая будет гораздо меньше, скорее всего, даже помещаться в один блок, будет гораздо быстрее. То же самое с битовой маской блоков. После таблицы и ноды там идут уже массив блоков данных, и мы можем по битовой маске блоков посмотреть, какие свободны, чтобы файл при расширении мог их занять или новый файл там положить. Понятно что-нибудь? Хорошо. Ну и опять смотрим в ядро, что там происходит. Ну вот в ядре есть прям буквально и нода файловой системы X2, и там всякие банальные штуки, типа режим работы с ним, там можно ли его читать, писать, размер, идентификатор пользователя, количество блоков, флажки всякие. Ну и те вот самые 15 записей прямого доступа, доступа там косвенности первой, косвенности второй, косвенности третьей. И вот. И есть структура, которая описывает дескриптор. Есть структура-дескриптор, которая описывает группу блоков. И там, ну, то, что я уже говорил, битовые маски, там таблицы и нод. Это как бы не сами там таблицы, не сами битовые маски, а это номера блоков, где они расположены. Обратите внимание, что, ну, таблица, это, понятное дело, это не число, это ссылка на блок, в котором эта таблица лежит. Вот. Ну и там всякие интересные дефайны. Например, можно посмотреть, какой минимальный размер блока, максимальный, от 1 до 4 килобайт. И там задефайнены эти уровни косвенности, которые я рассказывал. Вот. Получается, что у нас куча всяких физических устройств, куча файловых систем, которых прям реально очень много. И каким образом ядро справляется со всем этим многообразием? У каждой файловой системы у нее свой какой-то интерфейс, свой лейаут, по которому она все хранит. В каких-то файловых системах какой-то тип объектов может существовать, а в других его и в помине нет. И чтобы разбираться со всем этим многообразием, ядро вводит дополнительную прослойку между реальными файловыми системами и программами, которые работают с файлами. Это называется виртуальная файловая система. Виртуальная файловая система — это просто гигантский интерфейс такой, в котором каждая файловая система, когда она инициализируется, заполняет виртуальные функции указателями на свои реализации того, что она понимает под выполнением этих функций. Посмотрим пример. Когда мы делаем write в user space с каким-то числовым файловым дескриптором, ядро сначала найдет struct файл. В struct файле оно там возьмет файл operations, структуру сделает, у нее вызов write. Это write доберется до еноды, у нее вызовет write, а этот write уже разбежится в конкретную файловую систему. Эта инода, если она в файловой системе ext2, то она вызовет такой метод. Если она в файловой системе fat, она вызовет другой метод. И прелесть всего этого в том, что, например, в файловой системе FAT иноды вообще не существуют. Если вы как бы подумаете, то я не говорил про существование инод, когда говорил про FAT файловую систему, но при этом она умеет работать с инодами. Это делается благодаря виртуальной файловой системе. То есть FAT файловая система, когда ей говорят «сделай что-то с инодой», она эту иноду в памяти создает, придумывает как бы, что она понимает под инодой.
и возвращает эту виртуальную иноду уже вверх, когда вниз, ну, наоборот, как бы спускаемся от иноды до каких-то низкоуровневых вещей. И в конце концов все это спускается в драйвер, который уже, он уже не знает про то, что там какая-то файловая система, он просто страницы пишет и все. Чего? У нас каждый вызов разворачивается в обращение структуры данных, которая хранит функции. Но в ядре это все быстро работает, можно особо об этом не беспокоиться. У ядра просто больше приоритет, чем в европейских процессах, поэтому он больше процессорного времени получает и быстрее все это выполняет, типа, фактически. Вот в Uderspace, когда мы используем там в плюсах эти ватейблы, когда мы всяк свои ватейблы пишем, указатель на функцию, это в целом плохо. Но если это значительно упрощает реализацию, то если очень хочется, то можно, короче. Вот так. Вот. А драйвер, он уже не в курсе, что там за файловая система, он просто, его задача намагнитить какие-то домены там, загнать куда-то какие-то электроны, и ему уже не важно, какие там данные на самом деле лежат. Вот. И у нас, ну, несмотря на то, что инода — это ядерная структура, у нас есть пасхалка, не знаю, как это еще назвать. Короче, в Uderspace мы можем посмотреть немножко на иноду одним глазком, получить от нее некоторые атрибуты. Например, есть такая структура dirend, и системный вызов readdir, он нам вернет обертку над инодой, которая будет выглядеть как struct dirend для нас. То есть он не целиком иноду вернет, а какое-то подмножество ее там атрибутов, из которых мы можем достать там имя, номер иноды, тип файла, там, не знаю, это папка или это файл, или это симлинк, еще что-нибудь. Ну и вот такой вот пример я написал, который просто сканирует, что у нас в папке лежит. И у меня тут лежит специальные папки точка, это текущая папка, папка две точки, подняться наверх, исходник моей программы, исполняемый файл. И второй пример, который мы дальше посмотрим, его исходник. Вот. И второй пример уже использует больше всяких инодовских штук. Есть такая функция, ну, такой системный вызов stat, он принимает имя файла и возвращает нам все атрибуты, которые ядру про этот файл известны. Там мы можем посмотреть, является ли он директорией, линком, можно ли его писать из-под того юзера, под которым мы сейчас зашли, можно ли его читать, можно ли его исполнять. Короче, то, что мы видим, когда команду терминала ls пишем. Вот он использует функцию stat, системный вызов stat. И здесь я просто его заюзал, чтобы посмотреть, например, какие у меня есть права для того, чтобы с моим исходником работать. И из чего он состоит. Оказалось, что исполняемый файл моей программы занимает 24 блока размером 8 килобайт. Какой-то номер иноды есть, и я могу с ним что хочу делать, читать, писать, исполнять. И это обычный файл. Я распечатал то же самое про папку, и там я уже могу определить, что это папка, а не файл. И он блоков типа не занимает, ну, виртуально на самом деле он занимает. То есть ядро, оно от нас прячет факт того, что, ну, что папка — это файл. И говорит, что количество блоков у него ноль. Хотя на самом деле оно, ну, у большинства файловых систем не ноль. И при исходнике оказывается, что я могу его только читать и писать, а исполнять не могу, потому что это просто как бы текстовый файл, что там исполнять. Вот такие штукенции можно из ядра вытягивать, а целиком прям структы нот вроде как нельзя. Только по кусочкам таким. Так вот, не знаю, заметил ли кто-нибудь, но ведь получается, что если у нас жесткий диск, и мы, как бы мы там ни планировали фрагментацию, дефрагментацию, какая бы там ни была файловая система, получается, что что бы мы ни делали, что бы мы ни писали, ни читали, у нас каждая операция будет в итоге спускаться к диску, что ли. Она будет каждый раз что-то читать. Каждый вызов будет занимать какие-то миллисекунды. Даже микросекунды — это тоже долго.
Когда мы работаем с SSD, у нас микросекунды, типа... Это быстро с точки зрения хранения, но наша программа работает гораздо быстрее. Микросекунды — это тоже долго. Если бы ничего больше не было, кроме этих драйверов, файловых систем, все бы работало очень медленно. И в помощь файловым системам и устройствам в ядре есть планировщики input-output операции, его операции. И планировщик это делает следующее. Когда мы множество, ну, когда много процессов в одно и то же устройство начинают сыпать какие-то операции, он старается оптимизировать их с точки зрения последовательности, чтобы они стали последовательны. И с точки зрения количества обращений к физическому устройству. Например, если мы подряд читаем два сектора с диска, почему бы нам не прочитать их за один раз, а потом уже в ядре их разбить на два куска? Зачем нам два раза ходить в драйвер? Это долго, это обращение как бы к физическому устройству, это неприкольно как-то. Поэтому задача планировщиков — это первое слияние. Если пришло на одно устройство задача, там, прочитай блок 1 и прочитай блок 2. Планировщик их объединит в одну операцию, выполнит ее, потом разобьет и вернет. И все это будет скрыто от того, кто эти блоки читал. И вторая задача — это сортировка. Нужно сделать доступ как можно более последовательным. SSD там хотя и не крутится как бы ничего, но все равно там последовательный доступ быстрее. Гораздо быстрее прочитать и страницы одного блока, чем бегать по разным блокам, собирать их. Причем быстрее там буквально в 10, в 100 раз может быть. Это просто не сильно заметно, потому что там микросекунды, а не миллисекунды, как у жесткого диска, но порядок примерно тот же. Вот. Ну и планировщик еще упорядочивает. Он может объединять операции и может менять их порядок. И планировщиков в ядре довольно много было. Осталось уже не так много. Мы посмотрим некоторые уже покинувшие нас планировщики и те, которые есть сейчас. Самый первый планировщик был... я еще не готов к этому слайду идти. На что это похоже, вот эта вот сортировка, она похожа на то, как двигается лифт. Когда мы заходим в лифт, и куча народу нажимает там третий, первый, четвертый, второй этаж, лифт не будет ездить вот так вот. Он поедет просто вот так и остановится на этажах, как бы подряд, отсортировав их. И понятно, да? То есть для этого у крута есть страница алгоритма? Ну, есть алгоритм, как лифт движется, для этого есть. Может быть. Ну, короче, я это говорил к тому, что есть планировщики у операции, которые называются лифт. Лифт Линуса. Вот. Типа Линус элеватор называется. На самом деле элеваторами... Некоторые называют элеваторами вообще все планировщики его операций. Но, по-моему, это не очень правильно, потому что более сложные планировщики, чем вот этот, они делают гораздо больше, чем просто сортируют. Поэтому их не совсем корректно называть лифтами. Ну а вот Линус элеватор вполне себе лифт, он очень простой. И сейчас посмотрим, что он делает. Он для устройства поддерживает очередь запросов, которые на это устройство пришли, там, читать, писать, вот. И в этой очереди не состоят, ну, и выполняются постепенно. И приходят новые запросы. И куда он в эту очередь ляжет? Там проверяется несколько условий. Есть ли запрос в этой очереди, который можно склеить с новым запросом, который является смежным с новым запросом. То есть он заканчивается чтением блока, которым начинается новый запрос, или наоборот. То есть слева или справа этот запрос можно склеить. Если так можно, тогда он склеивается. Было два чтения с 5 по 10 блок, потом с 10 по 15, а стало одно с 5 по 15. Если мы работаем с жестким диском, это существенный такой прирост. У нас за одно обращение прочитается все этой головкой, и все, и не придется два раза крутить. Потом, если не нашлось таких, то мы ищем, ну, пытаемся хотя бы найти каких-то соседей, которые, может быть, не в упор с нами, но между ними можно положиться, чтобы как-то сортированность соблюсти. Если такое удается найти, то запрос помещается туда. Не совсем идеально, но лучше, чем рандомно пихать или просто в конец. Если ничего не нашли, тогда в конец. Но
что тогда получается, что это нифига не очередь, потому что можно встать в любое ее место и оттеснить всех, кто там до этого стоял. И получается несправедливость, потому что если мы будем одну и ту же область на диске все время писать, читать, то все остальные области случайные будут игнорироваться, потому что новые запросы будут просто в начало очереди все время приходить и все. И чтобы такой несправедливости не было, есть довольно примитивный способ этого избегать. Элеватор сначала смотрит, есть ли в очереди уже какие-то совсем древние запросы, которые игнорируются слишком долго. Если такие есть, то все новые запросы просто ложатся в конец и все. И это весь планировщик, он больше ничего особо не делает, и в принципе он вполне себе устраивал, пока диски как бы не стали быстрее, там SSD-шки всякие не появились, и это стало уже не очень прикольно, нагрузки стали расти. Вот. Поэтому этот планировщик из ядра уже удален, слишком примитивен оказался. Ну, это пара получается, когда две есть. Ну, все вошли в лифт, где они закрепились. Здесь, прикинь, ты едешь в лифте, а в то время, пока ты в нем едешь, к тебе может кто-то зайти сквозь стенку. И тебя еще оттуда выкинут, типа, понимаешь? Ты ехал там 10-й этаж, тебе хоп, там на 5-м высадили. Вместо тебя какой-то чувак зашел. Типа, сорян, чел, тут моя команда разработчиков едет, я с ними поеду, ладно. Мне тут заняли. Вот так получается. Вот. Ну и только он очень простой, как FAT-файловая система. Вот. Это его главное преимущество. Но еще он назван в честь Линуса, тоже прикольно. Вот. Но в нем есть проблемы, в нем нет гарантии задержки. Типа, даже вот с этой звездочкой, что... Старые запросы, они форсируют очередь, что все встают в конец. На самом деле, все равно нам ничего не гарантирует, потому что перед этим стариком там еще куча запросов может быть, совершенно неопределенное количество, и мы не знаем, когда он все-таки выполнится. User Space программа, она как бы ждет, продолжает, там, она хочет что-то прочитать. Ей там процессорное время выделяется, между прочим, каким-нибудь CFS-ом, там, Completely Fair Scheduler-ом. Она ничего не может сделать. И еще одна очень важная проблема, которую следующие планировщики уже начинают пытаться решать, это write starving. Да, starving, по-моему, читается. Вот. Суть в чем? Когда мы пишем код, который что-то читает, чтение обычно блокирующее. Типа мы не можем продолжить работу, пока не узнаем, что там, не знаю, в файле лежит. Мы хотим что-то прочитать, это как-то обработать и уже пойти дальше. Когда мы пишем, нам не обязательно дожидаться конца записи. Когда мы говорим ядру, ну, ядру типа, запиши этот буфер там на диск, мы говорим, запиши его когда-нибудь, нам не обязательно сейчас. Когда мы говорим, прочитай такой-то блок с диска, мы говорим, нам нужно это прямо сейчас обычно. Получается, что чтения, они более требовательны к скорости выполнения, чем записи. Но при этом, если мы начнем предпочитать чтение, то, ну, просто в тупую предпочитать, никак, не знаю, там, не пытаясь какую-то статистику собирать, вот, то получится, что записи вообще будут либо не выполняться, либо выполняться очень редко, потому что будет приходить просто читалка какая-нибудь и говорить, а мне нужно, типа, все, мне просто спросить, типа, все. Она будет читать, а записи будут ждать и ждать и ждать. И это называется write starving, голодающие записи. Вот, и Linux Elevator эту штуку вообще никак не решает, даже своей звездочкой этой. Нужно какой-то компромисс найти, чтобы и чтения быстро выполнялись, и записи не голодали. И решить эту проблему был призван планировщик, который от линусовского элеватора отнаследовался, и называется он дедлайн его шедуля. Его суть в следующем. У нас есть три очереди, а не одна. Первая работает точно так же, как в линусовском. То есть там слияние, сортировки, просто merge sort queue, короче. И он тоже в порядке там как-то выполняется. Там все это в пакетике, в бачи собирается. И есть еще две очереди. Одна очередь для read-запросов и одна очередь для write-запросов. Когда приходит запрос, он помещается всегда в очередь общую и еще в либо read, либо write, в зависимости от типа. И при этом
read-запросы получают дедлайн в 10 раз меньше, чем write-запросы. Ну, дедлайн здесь имеется в виду не конкретное время там, на часах, да, когда это надо выполнить. Там более прозаичный дедлайн, там измеряется он, не знаю, может, кто-нибудь помнит, у нас была лекция, когда по ядру. Мы там смотрели, что в ядре можно выбирать, сколько раз в секунду мы будем пробуждаться, чтобы точность времени корректировать. Была такая константа герц. Вот, и типа точность кода, короче, наших часов. И здесь это измеряется не в секундах, там, миллисекундах, наносекундах каких-то, а в герцах именно. Вот. Ну ладно, это, наверное, не обязательно запоминать. Суть в том, что дедлайн читающих запросов гораздо ближе, чем дедлайн пишущих запросов. Но пишущих запросов он тоже есть. И за счет этого, ну, как это работает, мы в нормальном режиме просто достаем из главной очереди. А если мы видим, что в оставшихся двух очередях кто-то умирает уже со своим дедлайном, мы быстренько его исполняем. Ну и получается такая в некотором виде справедливость, что вроде как у write-запросов есть свои дедлайны, они будут как-то пытаться уважаться, но при этом у read-запросов они гораздо ближе, и поэтому предпочтение в целом будет у read-запросов. То есть как-то получается, решается эта проблема, что голодают записи. Ну и алгоритм можно псевдокодом вот так написать. Он, понятное дело, в ядре тоже не так выглядит, но в очень упрощенном виде так. Мы сначала смотрим, не испортился ли у кого-нибудь уже дедлайн. Если у кого-то он наступил, то мы берем того, у кого он уже давным-давно наступил, потом следующего, а потом из нормальной очереди. Вот так. Но в герцах, наверное, было не очень понятно, что с дедлайна. На самом деле порядок там, не знаю, единицы миллисекунд. То есть, например, у чтения там дедлайн 1 миллисекунда, у записи 10. Что-то вот такое. То есть там даже не микро, понятное дело, не надо. Вот. Так. Но на самом деле получается, что проблема голодающих записей решена не до конца. Все равно может получиться так, что read-запросы будут идти гораздо чаще, и дедлайн у них будет наступать гораздо чаще. И write-запросы все равно будут голодать уже не так сильно, как в Linux Elevator, но все равно будут. И можно эту ситуацию еще улучшить. У нас прям идет пачка read-запросов. У них дедлайн там прям подряд идут, и такая куча, ну, такая плотная нагрузка на чтение, что записи там, не знаю, одна штука на 100 чтений только успевают сработать, даже с этими дедлайнами. Может, он как-то дедлайн, который назначается, чтобы зависело от количества? Не. Ну, кстати, так, может быть, и можно было бы, но нет. В этом... Ну, есть общая дедлайн на запись. Очень простое решение, ничего космического тут нет. Думай проще. Остальные тоже думайте. Все, знаю, время от времени опустошал эти очереди. Если будешь опустошать записи, тогда чтение начнут голодать. Нужен компромисс. Он очень простой. Прям решение просто, я бы даже сказал, тупое. С вероятностью какой-то? Нет, слишком умно. Слишком сложно. Ну, по количеству как-то. Ну да. Типа, если у нас прошло 2 чтения подряд, то следующая будет запись обязательно. Ну, если у тебя 2 чтения подряд было, то дедлайн игнорируется и берется запись. Я же говорю, решение тупое, но как-то оно работает. Ну, это не обязательно может быть 2, я просто константу в ядре вижу 2, она, может быть, не знаю, меняется иногда там. Какие-то константы в ядре сложно полагаться, особенно если они не документированы, только в коде. Вот. И есть еще планировщик, который пошел дальше в
том, чтобы уважить запросы на чтение. Он называется anticipatory, типа предупреждающий планировщик. Он наследуется тоже уже от дедлайна планировщика. И единственное изменение в нем такое. Если он выполнил запрос на чтение сейчас, то он несколько миллисекунд ничего не делает. Он не берет новые запросы, если дедлайн там какой-нибудь не наступил только. То есть, если он может ничего не делать, не брать новые запросы из общей очереди, он их будет не брать несколько миллисекунд. Делается это за тем, что вот, ну вот типичная читалка в user space, она берет и в цикле читает последовательно файл множеством чтений. Если мы обработаем первое чтение, а потом сразу же побежим другие запросы обрабатывать, то у нас, не знаю, там у нас кэши могут какие-то поломаться, у нас может прокрутиться диск слишком далеко, чтобы побыстрее другой запрос выполнить. А если мы немножко подождем, мы можем последовательных чтений еще наловить и выполнить их уже бочком, а не по одному. Ну и вот он ждет там несколько миллисекунд. Но он не всегда миллисекунды ждет. Он, у него там есть сбор статистики, но, грубо говоря, почти всегда миллисекунды будут. Он там собирает, типа, не по процессам, по всей системе он собирает какой-то в целом характер обращений к устройству. Много ли там последовательных чтений, немного ли. Ну, это довольно убогое решение все равно было, так что этот шедулер тоже выпилили из ядра. Но оставили следующий, который уже развил эту идею еще дальше. Но он уже начинает становиться похожим на completely fair scheduler процессов. Я на самом деле не очень понимаю, почему нельзя сразу было взять CFS процессный и просто его адаптировать. Как мы видим, там дальше будет еще один scheduler, который еще ближе к CFS. Ну, в общем, ладно, не мне судите. Есть такой scheduler completely fair queuing. И он работает почти так же, как CFS. Он, во-первых, он в курсе, сколько процессов работает с устройством. Он, то есть, когда вот мы смотрели предыдущие шедулеры, они смотрели только одну сторону взаимодействия со стороны обращения к устройству. А со стороны со стороны хардвари, короче. А со стороны user space ни один планировщик не пытался смотреть. Ни один из них не пытался как-то справедливо распределять ресурс этого устройства. Могло получиться так, что один процесс будет гораздо чаще получать доступ к устройству, просто потому что у него там характер записи будет слишком последовательный. Вот, и completely fair queuing scheduler, он смотрит, ну, он как бы и делает то, что делают предыдущие планировщики, и в то же время он старается сохранять какую-то справедливость в пользователях этого устройства, в том, кто сколько времени работает с этим устройством. Но он тоже использует понятие time slice, как и completely fair scheduler процессов. То есть он знает, сколько процессов работает, и для каждого процесса он имеет две очереди. Ну, самая обыкновенная очередь merge sort, еще та самая с Linux элеватора, где все сортируется, там объединяется, и еще одна очередь на дедлайн общая и на чтение, и на записи. Вот. И у каждого процесса такая пара очередей держится. И когда этот планировщик решает, кому выдать доступ к устройству, в следующем он просто раунд-робином по всему этому списку работающих процессов идет. Берет процесс, да, и говорит, ты можешь вот тайм-слайс времени максимум работать с этим устройством. Можешь в него чем угодно писать, читать. И по окончанию он идет к следующему процессу, к следующему и так далее. И получается, что ресурс устройства делится равномерно. Но он не такой умный, как completely fair scheduler. Тут тайм-слайс фиксированного размера, поэтому если процесс не использует целиком этот тайм-слайс, то он простаивает. И в этом он схож с предыдущим планировщиком, который простаивал какое-то время в ожидании чтений. Этот планировщик тоже в конце таймслайса может постоять, ничего не делать на случай, вдруг еще чтения придут. Это уже такой переходный планировщик между дедлайном и нормальным справедливым планировщиком. Понятно все? Понятно? Что непонятно? Ну, короче, этот понятно было?
Вот. Теперь представь, что вот этот работает на каждый процесс, свой планировщик. У него тоже есть очередь дедлайнов, тоже есть мерж-сорт, и он тоже после выполнения чтения вот оставшийся кусочек этого времени будет ждать. Если еще в это оставшееся время что-то придет на чтение, он это выполнит, типа. И теперь размножь это на все процессы, просто подряд это происходит. Сначала с одним процессом он работает, потом с другим, потом с третьим, с пользователями устройства. А проблема предыдущего была в том, что он мог одному процессу. Да, он типа только одному процессу выдавал это все. А здесь у нас, ну, во-первых, у каждого процесса теперь своя очередь, а процесс, он, если работает с устройством, ну, скорее всего, он работает с ним примерно одинаковым образом. То есть здесь вот эти маленькие очереди, в них будет проще хендлить сортировки и мержи, чем в одной гигантской очереди. Вот. Ну и, скорее всего, один процесс не будет одновременно посылать и чтение, и записи, скорее всего. Наиболее вероятно, что он будет сначала кучу чтений посылать, потом кучу записей. Там. Вот. И это тоже будет проще в дедлайн-очередь объединять. Там, за счет этого мы решаем из того, что мы можем из разных процессов как-то его оптимизировать, чтение, по рядом читать. Ну, там на самом деле немножко сложнее. Это общий алгоритм, а в целом там в реализации вроде есть такая штука, что он может из нескольких процессов один батч собрать. Но я не уверен. Этот планировщик, он довольно плохо документирован, поэтому я собирал его просто по исходникам, то, что здесь написано. Вот. Но, по-моему, там есть какая-то такая штука, да, типа он пытается с разных процессов тоже какие-то батчи делать. Если сейчас эти процессы ничего не пишут, то он просто пропускается. Да, он пропускает. В этом проблема completely fair queuing, ну, он получается какой-то стрёмный, не совсем completely. И вместо него есть budget fair queuing, это еще ближе, чем completely fair. Это еще справедливее. Это уже лига справедливости набирается прям. CFQ, BFQ. И он уже больше похож на CFS процессный, потому что там, во-первых, насколько я понял, там таймслайс можно не использовать целиком. Во-вторых, если кто-то другой свой таймслайс не использовал целиком, ты можешь его забрать, то, что останется. Это, то есть, прям очень похоже на то, как работает с процессами и как они делят время процессора. Ну и там это называется взвешенным, типа таймслайсы разного размера. Как бы он вроде как умеет трекать, какой процесс, насколько эффективно работает, какой процесс, насколько интенсивно работает с устройством и выделяет им разные таймслайсы. Ну и поэтому называется budget, типа разный бюджет выдает разным процессам. Вот. Ну есть еще один планировщик, он еще проще, чем Linux, он просто ничего не делает, кроме мержей. То есть это не merge sort queue, это просто merge queue, больше ничего. Никаких процессов, очередей там других, ничего больше нет. Только его реализация меньше 200 строк занимает. А реализация CFQ, она, например, больше 5000 строк занимает. Но он как бы не ради шутки в ядро добавлен, его можно использовать, если у нас, например, какой-нибудь, не знаю, микро-микро-микроконтроллер всего с одним процессом, с одним потоком, что там как бы планировать, зачем. Но на своих как бы Linux'ах мы тоже можем его выбрать и посмотреть, насколько все начнет тормозить. Кстати, о том, как выбрать, как посмотреть, как выбрать. Вот. Сначала небольшой итог. Ну вот CFQ, он относительно старенький, хотя еще ну, нормально так работает в среднем. И он по умолчанию в Linux используется. Но вот BFQ, про который я рассказывал, он довольно новый, только в 2012 году вроде как появился. И он еще не по умолчанию, и он еще не везде есть. То есть Linux это как бы ядро, а есть дистрибутивы этого ядра, и он еще не во всех, по-моему, есть. Вот. И Linux Elevator, несмотря на то, что он весь такой простой и дебильный, на самом деле пропускная способность у него наилучшая, потому что он максимизирует последовательность обращений к устройству и порядок пытается сделать, типа... Ну, короче, сортировку делает и мержи, независимо от того, какие там процессы что делают. То есть пропускная способность наилучшая, но задержка у него может быть большой.
Ну, мы это, к сожалению, проверить нормально уже не можем, потому что в ядре его выпилили, и все. Ближайшее, что к нему есть, это NoOp. И можно посмотреть, какой у вас используется шедулер на любом устройстве. Мы, ну, есть файловая система SysFS, в которой мы можем читать и задавать всякие системные настройки. И вот есть такой псевдофайлик sys-блок, имя девайса произвольное. Там, когда мы вставляем, оно появляется в папке dev. Там под папка Q, шедулер, и так мы можем распечатать имя шедулера, который сейчас работает с этим устройством. Вот у себя на виртуалке я распечатал там sysblock sda Q шедулер. И оказалось, что у меня там CFQ работает. А еще я могу выбрать deadline или nop. Выбор здесь очень простой. Мы просто берем и пишем название шедулера вот в этот же файлик, из которого читали. Поскольку этот файлик, он как бы не настоящий, это sysfs, он у себя под капотом возьмет это имя шедулера в ядре и просто засетает нужный шедулер. Это не настоящий файлик, вот этот q-шедулер. Это что-то вроде procfs. Как можно еще ускорить доступ к носителям? Потому что все, что я сейчас перечислил, оно не решает проблему того, что на каждый запрос мы, получается, в конце концов должны будем обратиться к физическому носителю. Если это HDD, то это все еще единицы миллисекунд. Но при этом очевидно, что наши программы, которые работают там на ноутах, они не каждую строчку в миллисекунду выполняют, а быстрее. Что-то там позволяет им это делать. У кого есть какие идеи, что? Ну да. Кэш. Типа кэшей пока не было нормальных. Были кэши на уровне девайса, но они там не такие большие, не такие умные. Вот. Но в ядре есть свой кэш. Вот. Свой кэш страничный. Типа он кэширует по страницам, а не по... Ну, кэш-устройство, он кэширует по единицам данных этого устройства. Там по блокам, по сегментам, не знаю, по... Вот, а кэш... Да, и все равно он как бы требует обращения к устройству. Даже если у нас в кэше устройство это осталось, нам все еще нужно сходить в драйвер. Да, драйвер должен потратить какое-то количество тактов, чтобы от процессора пойти на внешнее устройство. Это реально долго по сравнению с, ну, с обращением к каким-то локальным устройствам типа оперативной памяти или кэшей процессора, тем более там или один, или два вот эти. И поэтому есть дополнительный кэш, который не зависит от устройств. Он даже не в курсе, какое под ним устройство может быть. На самом деле он в курсе, но он типа не обязан. Вот. Упрощенно говоря. И он кэширует постранично, так что, ну, типа, не приходится транслировать адреса там заново, не приходится в виртуальную память это все опять загружать. Это все уже загружено в виртуальную память. И прям вот за наносекунды вот эти, которые нам нужны для доступа к Random Access Memory, можем получить данные, которые на самом деле типа с диска вынуты. Как это работает? Ну, как обычно, все идет просто через кэш, а если чего-то в кэше нет, оно туда кладется. Читаем что-то, смотрим, есть ли оно в кэше, а кэш — это типа дерево страниц. И у каждой страницы написано по какому офсету оно на этом устройстве. Вот по этим офсетам они сортируются. И когда мы что-то читаем с устройства, мы знаем, на каком мы сейчас офсете и на каком мы офсете будем. И мы знаем, какое подмножество страниц надо из кэша достать. И вот мы там пытаемся их достать из чего-то. Ну, если все нашлось, просто это возвращаем и устройство не ходим. Получается, за, ну, меньше, чем за миллисекунду мы это все, скорее всего, сделаем. Если не нашлось, то найдем на устройство, читаем, кладем в кэш и, ну, и возвращаем. Вот. Это можно, ну, можно как бы опять взять, посчитать это все по формуле. Это Average Access Time, который мы применяли к кэшам L1, L2. Мы там видели, что прирост в 44 раза, это еще пессимистичный был. Здесь примерно то же самое. Кэш может быть небольшой и как бы не слишком в курсе про то, над каким он устройством, но он все равно даст огромный выигрыш. Даже если там, не знаю, 10% промахов будет, все равно будет гораздо быстрее, чем без кэша в среднем. Вот.
Ну и поскольку у нас есть кэш, появляется вопрос, как нам с этим кэшом работать, каким образом из кэша вытеснять, каким образом выбирать, что там в него класть, не класть. Ну, кладется в него все, сразу скажу. Вот. А как понять, что надо вытеснить? Во-первых, этот кэш, он типа, ну, он не аппаратный, он программный. И поскольку он работает с внешними устройствами, он может реально много места сожрать, много памяти. И бывает так, что он сжирает настолько много памяти, что ядро не может выделить больше для каких-то своих других задач. И этот кэш, он типа такой эластичный, что когда ядру не хватает памяти, оно в первую очередь пытается пожертвовать страницами этого кэша. То есть он как бы по мере надобности памяти для других подсистем ядра может сжиматься, расширяться. Вот. Это то первый способ, как он может уменьшаться, как можно изгонять из него записи. И еще три способа — это, ну, рядовая просто работа с кэшом. Три классических стратегии. Вообще инвалидировать кэш, всегда писать на устройство. Ну, это как бы не сильно лучше, чем если бы кэша вообще не было. Это даже хуже, потому что придется инвалидировать кэш, искать там что-то. Я не знаю, где, честно говоря, это может использоваться в кэшах внешних носителей. Есть write-fru, это когда мы и в кэш, и на носитель сразу пишем. Тоже не слишком понятно, в чем прикол между этим и no-write-ом. Ну и есть стратегия, которая используется в Linux и в процессорных кэшах, она используется и в Linux. Вот, это write-back. Мы обновляем кэш и на диск ничего не пишем. А когда эта запись из кэша будет изгоняться, она перед изгнанием зашедулит свой сброс на диск. И все. Ну и вот, вот в один из этих планировщиков там она попадет. То есть запись, она становится вообще полностью асинхронной, независящей от устройства. Делаем там write какой-нибудь системный вызов, да, и он отработает почти мгновенно. А запись, она на диск потом попадет. Ну и понятное дело, что любое чтение этого файла, он тоже через этот кэш пройдет, и даже если другой процесс там будет что-то читать. То есть там не произойдет такого, что один процесс что-то записал, другой прочитал, там этого не нашел, записал свое, и они перетрут друг друга. Этот кэш, он типа на устройство один, и разные процессы все равно будут в один и тот же кэш отходить. Вот. Ну и ядро использует эту штуку, и плюс last recent used на вытеснение. Типа ничего такого особенного. Никакого космоса тут нет. И это тоже не последний способ, каким способом ускоряется доступ к аппаратуре. На уровне UG Space у нас тоже есть механизмы, которые позволяют размазать вот эту задержку на то, которое требуется не то, что на устройство записать что-то, а на то, чтобы даже к ядру обратиться. Вот, например, ну, есть такое несколько стратегий работы с валовыми дескрипторами. Это буферизованный вывод, не буферизованный. И буферизованный он делится на два. Буферизованный просто по размеру и буферизованный построчно. То есть три типа. Буферизация по строкам, буферизация по размеру и без буферизации. Как это работает, когда мы, например, какой-нибудь printf зовем. Может, кто-нибудь замечал, когда отлаживал какие-нибудь свои программы, что он бывает не сразу печатает. Да, там нужно... Ну, в плюсах мы пишем std-handle этот, он вызывает сброс буфера. Если у нас нет плюсов, мы можем использовать сишный флаш, передать туда std-out, и он как бы буфер сбросит. Вот. А все из-за того, что printf имеет в user space локальный буфер, в котором он сохраняет то, что мы пытались запринтить, и сбросит он это в терминал или куда бы там ни был перенаправлен у нас стандартный вывод, когда буфер переполнится. То есть он экономит количество сисколов. На каждый printf звать write было бы слишком дорого. Вот write — это уже чистый сискол, он не буферизованный, он сразу пойдет в ядро. А printf он попытается подождать. Может, мы еще что-нибудь за printf захотим, и только тогда уже бочком все пойдет. Это пример просто буферизованного вывода. Есть еще буферизованный построчно. Например, есть такая функция fputs. Она, я не уверен наверняка, но вот, по-моему, все функции, которые работают с файла звездочка, они буферизованы построчно. Вот. И
если мы в fputs передаем строку, ну, в fputs что она делает? Она строку как бы пишет в файл. Вот. Но если эта строка не заканчивается переносом строки, типа, ну, символа там slash n, то эта штука осядет в буфере до тех пор, пока мы не за fputs'ем перенос строки. Это называется буферизация построчная. Ну и можем все этими буферами управлять через fflush, и на самом деле это как бы не просто черная коробка, с которой мы ничего не можем делать, кроме как флашить. Можно буферы вообще отключить. Есть такая функция setBuffer, она принимает файл звездочку, и там можно задать размер буфера. Можно его задать в ноль, и мы, у нас все эти fprintf и puts, они превратятся в небуферизованные функции. Вот так можно сделать, если неохота все время флаш звать. Ну вот такой вот подгон есть от UserSpace. Больше UserSpace на самом деле ничего не может сделать. Он не знает ничего ни про какие планировщики, ни про какие кэши. Все, что он может сделать, это что-то запуферизовать локально и пытаться отсрочить как-то это, пока не накопится еще записи. Учитывая то, что сисколы не так уж давно стали чуть-чуть дороже, это, возможно, имеет смысл экономить количество сисколов. Да, ну вот, а в ядре как бы все эти кэши, они скрыты в UserSpace, в том числе и от настраивания, насколько я знаю, прямого. Только если мы не захотим в исходниках какие-нибудь конфиги там посетать, пересобрать ядро, тогда, конечно, можно вроде все эти кэши там подключать, порегулировать, но в целом мы не можем управлять вот этими всеми прозрачными кэшами ядра. Ну, сегодня все. В следующий раз будут потоки.